Sexy? Watch it, Popper! Привет, Сони! Томми! Томми, давненько не виделись! Да. Я знаю, знаю, ты просто переполнен эмоциями. 15 лет! Как будто это было вчера. Думаю, что это перспективная вещь. Эй, работать на семью – это не слишком сладно. Но семья разбирается сама, да? И так дело не вышло. Ты сидишь на белом золоте. Послушай, Сони, нас подставили. Это была ловушка. Горели, погибли. Ты лучше не толкай фуфло, Томми. Скажи мне, что ты получил деньги. Нет, Сони, у меня нет денег. Это были мои деньги, Томми, мои деньги! Ты лучше не играй со мной, Томми. Ты знаешь, я этого так не оставлю. Постой, Сони. Я лично заверяю, что верну тебе деньги и наркоту. И пришлю тебе головы тех, кто за этим стоит. Еще бы, ты не дурак. Томми, но предупреждаю, я тоже не осел. Если бы это был кто-то другой, он был бы уже трупом. Но поскольку это ты, поскольку я знаю, что случилось, я позволю тебе разобраться. Сони, я же дал слово. Я с тобой свяжусь. И помни, что это в твоих же интересах вернуть мне мои деньги. Ты должен помнить об этом каждую секунду. Не волнуйся, Сони, все будет окей, ты же меня знаешь. Иди и поспи немного. Он говорит, я всю ночь сидел в темноте на этом стуле и пил кофе. Это катастрофа. Нас ужасно обманули. Послушайте, эти гориллы собираются прийти сюда и оторвать мне голову. Это ведь смешно. Я не для этого учил законы. Так что, черт возьми, мы собираемся делать? Заткнись. Сядь, расслабься. Я тебе расскажу, что будем делать. Ты должен выяснить, кто забрал наш кокаин, а потом я убью их. Это хорошая идея. Это отличная идея. Мне надо подумать, Ой, надо подумать. Это полковник в отставке, полковник Хуан Гарсия Кортес. Он один из тех, кто помог мне разобраться с головорезами из Вай-Сити. Так, теперь слушай. Он проводит вечеринку на своей дорогой яхте в заливе. И все крупные игроки Вай-Сити собираются там быть. Ясно? У меня есть приглашение, конечно, но я ни за что не пойду туда. Я даже носа за дверь не высуну. Ничего не получится. Тебе сказано, заткнись. Я пойду сам. Стоп. Эй, мне тоже нравится 1978, но знаешь, там не будет пива и стриптиза. Я хочу сказать только без обид. Мне кажется, тебя могут вышвырнуть на улицу по совсем другой причине. Я что, неправильно одет? Так, слушай сюда. Иди к Рафаэлю, скажи, что я тебя послал. Он сделает тебя респектабельным. Давай. Кем он себя возомнил? Он что, думает, что высоко взлетел? Thank you.
хороший мотоцикл. Это у кого лафета? Где твой мотоцикл? Я полагаю, что вы тут по поручению господина Розенберга. Надеюсь, что недавние проблемы не повлияли на его здоровье или на психическое здоровье, господин Версети. У него только что началась агорафобия. Прекрасно, прекрасно. А вы? Я всего лишь хочу свой товар. Ах, тут совершенно неудачное стечение обстоятельств. Конечно, я сначала собственное расследование проведу, но на такое деликатное дело нужно время. Может, мы поговорим позже, а пока позвольте мне представить вас дочери. Мерседес, ты могла бы заняться нашим гостем, пока я вернусь к своим обязанностям? Займись, пожалуйста, нашим дорогим гостем. Конечно, папочка. Извините меня. Мерседес? Попробуй смириться с этим. Так или иначе, позволь мне показать самых выдающихся гостей. Это наш конгрессмен Алекс Шрап с восходящей силиконовой звездой Кэнди Сакс. А вы знакомы с моей любимой женой Лаурой? Ну, к сожалению, она в Алабаме. Это Кэнди. А вот это звезда Мамбы Вайс-Сити. Великолепный Би-Джей. Всегда очаровашка. Я придержал его, а потом посадил в инвалидную коляску. Это хорошо. А теперь я присматриваюсь к первоклассной недвижимости. А тот, кто возле бассейна? Джесс Торрент, знаменитый певец из Love Feast. Могу спорить, вы знаете, как играет в пинг-понг в Таиланде. Я расскажу вам, они не пользуются ракетками, если вы меня понимаете. Импотент и болтливое трио. Та спящая туша, правая рука папы Гонсалес. А двое других, пастор Ричардс и кинорежиссер псевдоинтеллектуальных фильмов Стив Скотт. Страсть с нимфоманами. Когда появляется гигантская акула, он откусывает их члены к чертовой матери. Вы никогда раньше не видели ничего подобного, правда? Полковник, ваши вечеринки всегда пользуются успехом. Я могу только извиниться за поздний приход. Ах, амиго, как же тебя найти? Наш бизнес очень тяжелый. В воротах варвары. Пришло время чьих-то наградить друзей и ликвидировать чьих-то врагов. Кто тут крикун? Ну-ка, отзовись. Рикардо Диос, это господин Кока. Мерседес! О, я как раз собиралась отвезти в город своего друга. В другой раз, Рикардо. Рикардо, давай работать вместе. Давай уйдем отсюда. Действительно, возьмите меня в клуб. Ладно. Будешь работать на моего отца? Возможно. Ты и дальше будешь держать свою руку у меня на коленях? Возможно. Это так сложно иметь богатого и могущественного отца. Trouble.
ладно, еще увидимся, красавчик. Не сомневаюсь.